Итак, друзья, всем большой привет! Всем привет! Мы снова на канале Toscana Bags. Да, и мы в тандеме с Владой готовимся уже к лету, можно понять по нашим образам. Готовимся к предстоящему сезону отпусков и подбираем сумки непосредственно к летним нарядам. Да, погода за окном становится все теплее, и уже многие из вас начинают продумывать свои образы в отпуск, в лето, и, конечно же, хочется ярких красок. Сегодня мы вам это покажем. Ну что ж, давайте начинать. А вот и наши первые образы. Ну что, я начну с нашей новинки в таком цвете, не знаю, фисташки или лайма. Такой немного разбеленный. Просто безумно красивый цвет. Хочется прямо ее облизнуть, если гладкая честно. Гладкая кожа, да? Да, гладкая кожа. Она небольшого размера. Для меня, наверное, это самый маленький размер, который я могу себе выбрать на свою фигуру. И она, конечно же, подходит сейчас к моему платью. Поэтому, да, мне кажется, я сегодня просто уйду из студии вместе с ней. А я выбрала вот такую тоже миниатюрную сумку, тоже из недавнего поступления. Здесь уже кожа сафьяна и цвет такой рыжий. Вообще рыжий, мне кажется, очень удачный цвет для летнего именно сезона. В сочетании с белым, с джинсой. Навевает такой морской немножко, стиль, да, либо можно. Морской стиль, либо боха настроение. Очень много куда можно вписать. Но здесь, наверное, боха все-таки не подходит, потому что она строгой формы. Но, тем не менее, я вот к черному платью решила добавить такой рыженькой нотки. Кстати, это одно из таких недавних модных сочетаний, которое появилось на нашем подиумном, в подиумном мире, это черный с коричневым. И если раньше говорили, что нет, строго запрещено, стилисты все твердили, что это вообще моветон, то сейчас это одно из самых трендовых и модных сочетаний. Мне оно, безусловно, нравится. Напишите обязательно прямо сейчас в комментарии, как вам такое сочетание. Да, точно. Ну что, а мы тем временем поменяем наши образы и возьмем что-нибудь другое. Ну а я буду идти с сумками от самой маленькой к самой большой, которую я бы выбрала на лето. Ну что, мы продолжаем. И сегодня на Насте платье черного цвета с кружевом, поэтому мы решили подобрать для Насти более вечерние образы, а для меня дневные образы, такие романтичные, яркие и, конечно же, тоже летние. Да, да, мне кажется, на каждый день отличный нарядный образ, хоть на работу, хоть на прогулку. Будет смотреться здорово, стильно, продуманно и при этом очень так немножечко празднично. Ведь летом каждый день праздник, мне кажется. Да, сейчас я подобрала сумку чуть большего размера. В эту сумочку уже поместится больше вещей. И с такой сумкой, конечно же, можно отправиться даже на работу. Зависит, конечно, от количества вещей, которые вы берете с собой, но я на работу ношу сумку именно такого размера. Мне очень нравится, что она такая насыщенная, желтая, яркая. Вообще желтый цвет сейчас тоже входит в моду к этому лету, как и лаймовый, да, и да. Мы все тоже начнем его носить, и многие боятся такого цвета, поэтому всегда его стоит использовать, конечно же, в аксессуарах. Мне кажется, что лето — это самая прекрасная возможность попробовать именно такие цвета, потому что в сочетании с пастельным зеленым, с белым, такой ярко-желтый будет смотреться очень хорошо и не будет притягивать на себя много внимания, просто станет таким цветным, ярким акцентом. Ну, а я бы, честно говоря, рискнула и сделала бы тот лук в желтом цвете, но для базы выбрала бы чуть более светлый, разбеленный желтый цвет и как акцент эту сумку. По-моему, было бы здорово. Да, точно. Ну, а я решила составить более вечерние образы. У меня черное платье, хотя на самом деле черное на каждый день летом я тоже люблю. Мне кажется, что смотрится очень стильно. Главное ткани выбирать натуральные, чтобы было не жарко. И выбрала вот такую сумку в стилистике Шанель. У нее здесь две цепочки, можно носить в руке, можно повесить на плечо, а можно вообще надеть кроссбоди. Но мне кажется, что кроссбоди будет более повседневный вариант, а вот в руке, ну, может быть, на сгибе локтя или на плече, будет смотреться уже более вечернюю. Ну, конечно же, здесь, наверное, образ будет делать обувь, потому что обувь все-таки здесь будет решать. Ну, и мне, знаете, больше всего нравится то, что она в металлизированной коже. И вообще, я помню, лет 15 назад я в журнале, когда была подростком, прочитала, что в этом сезоне очень модно серебро и золото. Я купила себе босоножки, и с тех пор, девушки, я вам клянусь, каждое лето, каждый сезон я вижу новости о том, что в этом сезоне модно серебро и золото. Те босоножки я уже сносила просто за все эти года, но сумки из такой кожи, я уверяю вас, они дальше будут всегда популярны. И они очень просты в стилизации. Их можно сочетать
и с повседневными, и с нарядными образами, и они будут таким интересным акцентом, как будто вы очень долго продумывали свой образ, на самом деле взяли просто первую попавшуюся сумку, и она практически везде подходит. А здесь еще и сочетание двух металлов, здесь фурнитура золотого цвета, а сама сумка серебряного цвета, поэтому с украшениями проблем тоже не возникнет. Да, это очень классно, очень удобно, правда. Потому что я сразу подумала о том, что летом хочется поиграть иногда и с украшениями. Да. И здесь такой микс, который будет просто идеален. Я хочу обратить внимание еще на фурнитуру на этой сумке, потому что здесь фурнитура в цвете темное серебро тоже очень просто и универсально в плане сочетаемости. Не такое яркое, как светлое серебро, поэтому тоже и золото, и серебро, и какие-то другие крупные украшения. Летом мы носим жемчуг, летом мы носим какие-то камни, да? Ракушки. Ракушки, точно. И все сюда подойдет. Да, здесь будет просто базовая фурнитура, которая ко всему, это правда. Ну что, у нас уже следующие образы. Для этой части мы подобрали сумку в зеленом цвете в форме полумесяца, а у меня такая игривая сумка с пчелкой. Пчелка тут работает, делает свое дело, служит замочком. Это не просто украшение. Интересный такой прием. Ну, это прям лето-лето. Это точно, это точно. Мне кажется, самая летняя сумка. Ну, она еще в зернистой коже, да. Ну и многие из вас, конечно же, запрашивали сумки именно белого цвета, потому что белый — это самый базовый цвет, который придает нарядности в любой образ. И, наверное, это действительно, если особенно вы боитесь добавлять цвет в свой гардероб, то сумка в белом цвете на весну и лето — это просто идеальное решение. Ну да, когда как не летом носить сумки и другие аксессуары именно белого цвета. Ну и вот с такими романтичными платьями, как у Влады, мне кажется, будет смотреться очень здорово. Любая белая сумка. Да, мне кажется, что сейчас это просто 100% попадание в настроение образа за счет вот этой милой пчелки. Точно. Ты как цветочек, на который пчелка как раз и прилетела. Ну, а я выбрала себе вот такую сумку полумесяц, сумку Хоба из гладкой кожи зеленого цвета. Я решила немножечко снизить градус вечернего образа своего платья и выбрала вот такую вот модель. На ноги сюда можно надеть какие-то обычные сандали на плоском ходу, можно даже яркие кеды тоже, чтобы там встречался зеленый, и образ будет смотреться уже таким более повседневным. Ну, кстати, про зеленый цвет я хочу рассказать, что сейчас тоже есть тренд на сочетание всех оттенков зеленого в одном образе. Поэтому, покупая такую сумку, намёк понят. Да, меняется. Можно носить и так, можно сочетать даже 3 или 4 оттенка. Это тоже будет смотреться очень свежо и интересно. Действительно, мне очень нравится с этим платьем тоже, как сочетается зеленый. Ну и размер этой сумки просто, наверное, самый базовый, самый стандартный. Мне очень нравится, что она такой скругленной формы. И, если честно, девушкам плюс сайз, мне кажется, что подходят такие кругленькие формы. Они подчеркивают нашу такую какую-то аппетитность, манкость. И вот когда все такое скругленное, это даже как-то романтично, что ли. В общем, пишите свои комментарии по поводу того, нравится ли вам скругленные сумки. Мне кажется, что это еще одно такое подчеркивание женственности. У нас не запланировано, мы даже не сговаривались, и получились такие яркие образы с яркими сумками, кисетами. У меня вот такой в стилистике Шанель. Но у меня ярко-розовый в холодном оттенке. Мы подобрали разные, потому что мое платье холодного оттенка, и, соответственно, для меня будут сочетаться хорошо все другие яркие цвета, также холодного тона. Но а с черным, мне кажется, сочетается все. Абсолютно любой цвет. И плюс да. У тебя достаточно теплая внешность, поэтому такой теплый оттенок сумки тебе подходит идеально. Да, здесь еще и фурнитура золотого цвета, поэтому тоже все в такую, мне кажется, цвет загорелой кожи, вот когда он переливается на солнце, очень хорошо сочетается с таким оранжевым. Да. Я это представила точно. Сейчас сюда какие-то босоножки в золотом оттенке, таком гладиаторе, и мне кажется, это было бы просто вообще изумительно. Да. Такое лето в городе. Да. Мне очень нравится также размер этой сумки, он уже побольше. Я напоминаю о том, что я сегодня показываю от самой маленькой к самой большой. Потому что вы спрашиваете часто о разных размерах сумок. И эта сумка, безусловно, одна из самых удобных. Здесь просто открываете ее, она становится как мешочек. Туда можно практически безразмерно. Туда можно положить все, что вам хочется взять с собой, застегнуть и быстро пойти. И не нужно вообще думать о том, как все это раскладывать по мешочкам внутри. Ну и носить можно ее на плече, да. И здесь, по-моему, ремешок кроссбоди еще есть сменный, тоже
формат в целом позволяет носить. Да, но мне кажется, что она именно вот в руке смотрится наиболее стильно. Да. Мне очень нравятся вот эти кисточки, это такой немного бохо стиль. И летом мы будем очень любить разные разлетайки, размахайки. Точно. В общем, бохо стиль — это, конечно же, про лето. И такая сумка будет идеально подходить ко всем летним образам. Ну и наш пятый комплект. Я решила уйти полностью в вечернюю эстетику, потому что лето все равно — это пора и свадеб, и выпускных, и дней рождений. И просто посидеть вечером точно, в кафе. Точно. Ну, а я выбрала наоборот самую большую сумку, которая, мне кажется, есть в нашем магазине. Она очень летняя, вместительная. И эта сумка, мне кажется, для пикника. Это либо точно. Для того, чтобы пойти загорать, сложить в нее полотенце. И для какой-то короткой поездки, возможно. Да, в общем, это одна из самых вместительных сумок. И мне очень нравится, что у нее здесь есть плетение. Это такое, такая отсылка к итальянскому стилю Bottega Veneta. Да. Безумно вкусный, красивый цвет, такого, не знаю, четырехлистника, наверное, даже. Наверное, да? Сочная какая-то зеленая трава, вот эта вот именно молодая. И, кстати, это к вопросу о том, что актуален и летом винтажный стиль. Мне кажется, вот в таком сочетании безумно актуален. Да, вы знаете, что винтажных сумок у нас достаточно много, и они в разных оттенках коричневого, да, в основном, да, темно-коричневый, светлый, бежевый, тауп. А вот эта зеленая — это прям жемчужинка такая нашей винтажной коллекции. Я обязательно советую вам к ней присмотреться на летний период. Ну а я выбрала себе вот такую сумку багет. Ее можно носить как клатч под мышкой, например, или в руке. Также красиво поставить на стол. Такие маленькие сумки можно ставить на стол по правилам этикета, я хотела напомнить. Ну и, конечно же, в комплекте есть и короткий ремешок, и ремешок подлиннее для того, чтобы носить сумку в формате кроссбоди. И у меня еще один вариант, я не смогла определиться, сейчас я его покажу. Давай, не возьму. Вот я. А, хорошо. Поменяю. Вот я заменила, тоже такая маленькая, аккуратненькая сумочка, на этот раз уже из зернистой кожи. Мне кажется, что этот тренд — такие короткие ручки, прямо ее можно вот так вот в руке, ну и кроссбоди тоже можно надеть. Ну и здесь такая полностью вечерняя стилистика, total black, мне кажется, что всегда актуален практически на любое мероприятие. Да, если вы... Если вам сложно собрать свой образ, то, мне кажется, Total Black — это всегда ответ на все вопросы. Это точно. Очень надо интересно. Его бояться. Очень интересно летом, конечно же, в вечерних мероприятиях и в стиле Total Black поиграть с разными фактурами. У тебя сейчас платье достаточно мягкой ткани, плюс кружево, и плюс вот эта зернистая кожа. Если сюда еще добавить, возможно, какие-то цепочки, это тоже заиграет новыми красками. Добавить какой-то такой брутальности, агрессивности вот этой маленькой сумочки. Да, но это такое сочетание несочетаемого, эклектика, которая тоже очень-очень давно с нами. И вообще мне нравится то, что сейчас можно вообще практически все, модно все. Это точно. И в этом плане очень легко сделать свой образ именно таким, который будет вам приятен. Ну что ж, друзья, мы надеемся, что вдохновили вас немножечко на летний сезон, настроили, зарядили летним настроением. Ну а яркие цвета сумок помогут в вашем самовыражении. Конечно же, еще больше всего самого красивого вы найдете в Toscana Bags. Можете приехать в наш шоу-рум, где мы сейчас снимаем, по предварительной записи. Записаться у менеджера или на нашем сайте, ну или на самом сайте посмотреть тоже наш каталог. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну а если вам сложно определиться с выборами, наши интернет-менеджеры обязательно вам помогут лично. Пришлют все фотографии, все сочетания и побудут вашим стилистом. Очень здорово! Спасибо большое за просмотр. Надеемся, что вам понравился этот ролик. Пишите в комментариях, как вам сочетания, которые мы подобрали. Всем пока!